В Ленинском районе давно сложилась добрая традиция. В канун Нового года руководство администрации чествует лучших представителей молодого поколения. И этот год не стал исключением. 14 юношей и девушек пригласили на торжественный прием. Эти школьники – самые талантливые молодые люди, добившиеся в уходящем году значимых результатов в учебе, творчестве и спорте. Они – гордость Ленинского района, нашего города, его будущее. Сегодня в Республике Беларусь, 15 декабря, стартует акция «Наши дети». И, конечно, Ленинский район города Бреста не остается в стороне. Запланировано очень много мероприятий. Это большая благотворительная акция, наверное, самая добрая акция. Она нацелена именно на тем, кому нужна помощь. Это особое внимание многодетным деткам, это деткам, оставшимся без попечения взрослых, это дети-сироты, дети, которые находятся у нас в домах семейного типа, одаренные дети. Поэтому мы не остаемся в стороне, мы подключаемся к этой акции и сегодня стартуем. Нам действительно в этом году есть чем гордиться. За 23-й год у нас есть два стипендиата специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся. У нас 13 победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады. Ну, это по праву действительно лучший результат, наверное, в нашей области. И, конечно, победители международных олимпиад привозят ребята золотые, бронзовые медали из Казахстана, из различных других олимпиад по информатике, физике, математике. То есть нам действительно есть чем гордиться, и мы с удовольствием сегодня будем чествовать этих деток. В рядах тех самых 14 детей, самых талантливых, креативных и идейных учащихся средней школы номер 20 города Бреста имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева Арина Ахримук. Сегодня блеск в глазах девушки трудно было не заметить. Все потому, что Арина в очередной раз была замечена главой администрации Ленинского района Александром Власовцом и отмечена за свои заслуги и достижения. А приближающийся Новый год только добавил ей праздничного настроения. Волшебное время, можно сказать. Незабываемые ощущения. Каждый год ты ожидаешь чего-то нового. Ну и, естественно, это сбывается. То, что меня награждает администрация Ленинского района, это, безусловно, очень приятно. И это как награда за свои заслуги, прям по-настоящему ценится. Ощущениям. Я участвовала на многих международных и республиканских конкурсах с исследовательской работой. Неоднократно побеждала. Каждый из ребят смог попасть на такую торжественную предновогоднюю встречу благодаря своему таланту и упорству. А потому для каждого было очень волнительно получить памятные подарки. Ведь это в первую очередь признание их труда и подтверждение того, что они не случайно выбрали то дело, которое им не только по душе, но и приносит свои результаты. Я очень благодарен за то, что меня пригласили в администрацию Ленинского района. Я безумно рад. Ну, пригласили меня за то, что я активно участвую в олимпиадах по разным предметам и участвую в соревнованиях республиканского уровня. Я уже был здесь, поэтому особого волнения такого уже нету. Первый раз я пошел в прошлом году, в 9 классе. Для меня это было интересно. Я почувствовал, как бы, что меня заметили, почувствовал, что меня уважают. Я являюсь победителем областного этапа по географии в прошлом году. Ну, и, в принципе, много чего делаю в школе, стараюсь, участвую в патриотической работе, являюсь командиром военно-патриотического клуба «Форпост», который вот недавно открыли у нас. В первый раз меня пригласили на такого рода мероприятия. Наверное, волнения не было никакого, просто было очень приятно, и, в принципе, я считаю, что это правильно приурочивать вот подведение итогов года к праздникам. Новый год для меня, в первую очередь, наверное, семейный праздник, потому что он помогает объединиться семье, все собираются вместе, обсуждают что-то, подводят какие-то итоги года. Ну, в принципе, сплочает. Сегодня в адрес каждого приглашенного юноши и девушки не только звучали самые искренние слова признательности и благодарности, но и были вручены подарки, которые станут еще одним стимулом достигать юным вундеркиндам новых вершин. Еще одним подарком для мальчишек и девчонок стали музыкальные номера от своих не менее талантливых сверстников. Анастасия.
Анастасия Мелешкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.